Но прошло время. После этого я был назначен министром национальной безопасности. И первое, что я начал делать, вот сейчас говорят, что там антитеррористический центр. Я тогда создал этот центр антитеррористический. Я понял, что надо работать в другом направлении, управление общественной безопасности, для того, чтобы разбираться в этих конфликтных ситуациях и не допускать, значит, каких-то нежелательных эксцессов. Вот это направление было больше, так скажем, называлось оперативно-чекистское направление, разведка, контрразведка. И мы не занимались, и не было никаких нам политических заданий кого-либо посадить из политических оппонентов. Хотя, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, была последственность, и приходит другое время на дворе. Президент Атамбаев уйдет, и я думаю, что надо, чтобы он ушел с достоинством, чтобы мы показали всему миру, что мы без всяких потрясений провожаем, значит, нашего, значит, президента. У людей, которые носят погоны на плечах, есть такое правило. Не уважай человека, уважай должность. Мы должны цивилизованным путем эти вопросы решать, но, исходя вот из этого негативного опыта, мы должны и сказать о том, что уважаемый Алан Азбек Шаршенович не смог обуздать спецслужбы для того, чтобы они не использовались против собственного народа, против собственных политических оппонентов. К сожалению, это ему не удалось.